здесь и я, ангел, ангел, Кириллечка моя. Ну иди, я тебя поглажу. Никак невозможно. Вот вернусь в Санкт-Петербург и погладишь. Что ж ты там в Одессе наделаешь? Двигатель ремонтирую, силовой агрегат. Судно к пятнице обещал, что в море выйдет. Путина на носу, а двигатель не заводится. Тоскливо мне без тебя, Лика, тоскливо. Ну, потерпи еще недельку, другую. Скоро уже. Там, та-та-та-та-там, 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 та-та-та-та-там. Все, кажется. Ну, заходи, Маша. Что ты сказал? А ты чего? Меня стесняешься, что ли? Девчата, заметили, как мы на пристани с тобой шептались? Искать начнут. Да пустишь ты по вечерам так и так делать-то нечего. Надька видела, как мы шептались. Разговоры пойдут. А пусть говорят, чем хотят. Я так не могу. Я на прошлой неделе Верку шкамройкой назвала. Шкамройка? А что это по-вашему по девчачьему та шкамройка, а? Нехорошая девушка легкого поведения. Шкамройка. Да, слово наше никто его не знает. Так только рыбачки говорят. А ну-ка иди сюда ко мне, моя рыбачка-то. Ой-ой-ой, у меня шея очень чувствительная. Шею еще поцелую, я такое очень люблю. Маша! Я тебя в Санкт-Петербург не отпущу. Ты никуда не уедешь, а останешься со мной в рыбколхозе навсегда. Иначе все это совершенно бессмысленно. Ой, красиво, Маша. А иначе все это совершенно бессмысленно. Лома, Лома, принеси мне чаю холодного. На буфете стоит, в горле пересохло. Ну, сколько можно говорить? В Одессе я. Ну-ка, давай, спи, угомонись. Володь, извини меня, Володенька, милый, извини. Единственный мой, душа моя, извини, Владимир. Что случилось, Владимир Харитонович? Побледнели вы? Смотрите, как кровь с лица схлынула. Да, Маш, чудо, вот тебе показалось. Да нет, сердце у меня очень отзывчивое, я все чувствую. Ну чего? Чего ты чувствуешь? Да, крутит, мучает тебя что-то. Есть у меня друг, он в Санкт-Петербурге, очень близкий друг. Ну-ну-ну, что замолчал? Вот, смотри, как море почернело. Так черное штормовое море. В прошлом году траулер не вернулся. Чего ты? Ой, 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 наверное, у меня такое красное лицо. Я точно обветрила лицо. Ай-яй. Хорошее тебе лицо, Маша. Ой, хорошее. Целуй меня. Целуй меня. Маша. Машенька. Ну, поцелуй, пока дозволено. Маша. Маленька. Странный вы какой-то. Необычный вы мужчина. Таких у меня никогда не было. Я странный? Да нет, ничего не странный. Все люди странные, Маша, вообще. Не странные.
странных людей нет, нет. А кто твой друг-то? Мужчина или женщина? Женщина. Мать твоих детей или просто знакомая? Жена. Детей нет. А чьё детей нет? Долго живете? Долго. Детей нет, потому что балерина. Раньше нельзя было, сейчас уже поздно. Танцуй. На пенсии. И что же она? Хорошая? Хорошая, мама. Очень хорошая. И я скучаю по ней очень сильно. Очень сильно. Все, я не знаю. Я не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. А мне все равно, как вы друг к другу относитесь. У меня, между прочим, тоже был любимый человек. Может, не стоит, Маша? Может, давай одумаемся, пока не поздно, а? Ну, что тут думать? Что тут думать? Мы же с тобой не математики. Макс! Володенька, дай мне твою руку. Ты же знаешь, у меня в жизни ничего нет, кроме твоей мужской горячей нежной руки. Ты мой, а я твоя. Я твоя, ты мой. Не забывай. Такое ощущение, что она здесь, между нами. С этим ничего нельзя поделать. Этот человек, он всегда в моей душе, а значит, он вот здесь, вот рядом с нами, и все. Вчера к берегу пригнала льдину. В эту льдину вмерзла серебряная рыба. Я также вмерзла в жизнь. Как эта рыба в лед? А где ж твой любимый человек? Утонул. 3 года уже. Он у тебя в душе? Разговаривал? Иногда, очень редко. А моя все говорит, говорит, говорит. Не замолкает ни на секунду. Живая. Ну-ка, пошли! Ой! Куда? На пристань! Зачем? Поможешь ремонтировать у меня двигатель. Мне надоело эту командировку. Все, завтра пойду в бухгалтерию, заберу деньги, все, и уеду домой. Да ты чё? Ты чё, хочешь, чтобы я тебя подсобила? Чтоб ты поскорее влип в объятия к своей танцульке? Да пойди попроси об этом какую-нибудь другую девушку, чтобы она тебе подсобила. А я здесь не знаю никого. Она никогда тебя больше не увидит. Чего ты сказала? Так говорю, что скоро выходные, там и отдохну. На свидание собралась в командировочку. Дура! Цом-цом-цом-цом-цом-цом-цом-цом, а? Это вилки с ножами, такие же немытые лежат. Я же с них ела вчера. Ой-ой-ой.
Точно не будет. Никогда. Ну ладно, давай сейчас вот мы сделаем один кружок, и все, и по квартирам. А давай, давай с тобой ребеночка зачнем. Прямо сейчас, в море, ночью. Зачем? Ну, может, у него будет какая-нибудь необычная судьба, он будет каким-нибудь великим музыкантом, мореплавателем, человеком с необыкновенной судьбой. Я женат, Маш, ну вообще, зачем мне дети на стороне, тем более зачатые в таких странных обстоятельствах? Нет, я знаю. Маш, ты чего? Маш! Ну, Маш, ну не надо! Маш, ну не надо! Маш, ну я тебя прошу, ну не надо, Маш! Володенька, что случилось, Володенька? Я лежу в своей кроватке. А чувство у меня такое, как будто меня покачивает, а? А может, это давление в сосудах прыгнуло, а? Все ты взяла, у тебя прекрасные сосуды. Да? Да. А у тебя там все нормально? Да, все хорошо. Ты один? Один. В своей кроватке? Да. Вот лежу, читаю Золя, третий том, Фургонова коры. Ах, Золя, чудный роман о нравственной семейной жизни. Только очень длинный, Володенька. Ну ты читай, читай. А что же меня в своей собственной кроватке так покачивает, а? Не знаю, деточка, не знаю. Принеси мне воды и таблетку мошпы. Ну, сколько говорить, в Одессе я двигатель ремонтирую. Ну-ка, спи, угомонись. У вас тоже ночь? Ночь. И ты один? Один. В своей кроватке? Ну, да. Что же меня так тяжело? Что же меня так покачивает? Да? Что же меня болтает? Тяжело мне. Болтает. Тяжело. Ой, любимый мой. Хороший мой. Так, все, разворачиваемся. Двигатель греет нормально, идем к берегу. Это чего? Это значит что? Все между нами кончено? И не будет ничего? Нет, все, Маша, все, 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 ничего не будет, Маша. Что будет? Вот. И будет так, я хочу. Маша. По-моему, будет. Маша. Семеро по лавкам, большая, дружная. Семья? Ай, сумасшедшая баба! Вот навязалась на мою голову-то, а? Я сейчас, я вернусь! Ты куда? В трюм! Что у тебя в трюме делать? А прическа на ветру раскалывается. Пойду заколю прическу. Еще глаза. Зачем? Слышь, зачем ей подведенные глаза ночью-то, а? А прическа зачем? Вот связался, да? Ничего, мне в следующий раз это наука будет. Пошла делать макияж. Прихорашивается, значит. Это что, значит, она хочет произвести на меня впечатление? Хочет, чтобы мне, значит, на все... Вот это! И глаза подвела! И румяна сделала. Ух, хорошо. Красивая да я. Да слов нет, Маша. Мы никогда не вернемся на берег. Это почему? Я открыла Кингстоны. Мы умрем с тобой в этом черном, как смола, штормовом, холодном, зимнем море. Ты и я. Ты мой. Мой. Навеки. Стоны короля, а? Плач короля. О, подожди.
зачем я тебе сама? Подожди. Ага. У тебя же была моя Северомонт. Не могла бы ты ему немедленно позвонить и узнать, что такое Кингстон? Все непременно. Все непременно. Пожалуйста, Ириночка Ивановна. Все непременно звонит в 3 часа ночи, чтобы узнать про чьи-то стоны. Я ведь пришла к ней из любви к ее таланту, а не для того, чтобы в 3 часа ночи узнавать про какие-то кингстоны. Позвоню брату. Что делать, спрошу? 3 часа ночи. Бедный, бедный Вася! Когда корабль медленно набирает воду, мы тонем. Да вернешь! Нет, ни вру, ни вру, мы медленно идем ко дну. Больше 4 минут в ледяной воде мы не продержимся. Ура, 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 да-да-да, я не заснул. Нет, что ты, я жду. Я все узнала. Так. Это никакие не королевские стоны. Это завинчивающиеся пробки на днище корабля. Их отворачивают, чтобы плавсредство затопить. Такое было в Севастополе во время Крымской войны. Адмирал Ушаков затопил эскадру, чтобы англо-французский флот не смог войти в бухту Севастополя. Открыли кингстоны, и эскадра пошла ко дну. Вот что мне объяснил мой брат Вася Андреевич. Спасибо, извини. Извини, что я тебя разбудила. Ой, правда ведь, пригрезится такое странное слово. Кингстон. А? Зачем? Зачем? Кингстон. Кингстон. Зачем? Там все уже воды на пол корпуса. Кингстон уже не найти. Ныряй, не ныряй. Умрем. Обязательно умрем. Утонем. Что ты наделала, Маша? Ты в своем уме, Маша. Через день-другой наши тела прибьют к берегу. Будем лежать, обнявшись. Мокрые и холодные, как лед. И люди будут рыдать над нашей любовью. У нас есть с тобой полчаса только. Какие полчаса? Ну при чем тут полчаса? А я люблю тебя, Володенька. Больше жизни люблю. Как увидела тебя тогда на пристани, сердечко мое задрожало. Только о тебе все время думала. Достаю из сетки рыбу, думаю о тебе. Режу рыбу, думаю о тебе. Замораживаю рыбу, думаю о тебе. Ты сумасшедшая, Маша! Да, сумасшедшая! Как любят только сумасшедшие. Или наоборот, когда влюбляются, такими сумасшедшими становятся. Не бойся ничего, мы далеко от берега, помощи ждать некуда. Так обними, обними, поцелуй, поцелуй меня, мой любимый, единственный мой. Маша. Все, все, все. Последние Маша. Минуты уходят. Маша. Лучше любить, Маша. Чем дрожа от страха. Маша. Ждать этой мокрой, холодной смерти. Маша. Спать. Такие ночи не спят. Такие ночи не спят.
отчаянием. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пошел на дно, камнем пошел. Ой, прощай, кораблик, мой кораблик, прощай, посуда не попадет. Плывешь еще? Плыву, плыву. Держишься? Держусь. А я вот отремонтировал сеньор. А зачем? Все, лежит теперь на дне морском. А я кольцеровые поршневые поставил. 3,20 рублей за штуку. Текст клятвы! За мной! Маша, у меня сил нет.
Если я Владимир, как фамилия твоя, не знаю. Владимир Собинянина. Спасусь из мучины морской, когда я брошу свою жену. Ты не души ты мне своими клятвами, мне и так тяжело дышать. Брошу свою жену и женюсь на Марии Дробиковой. Брошу жену и женюсь на Марии Дробиковой. Нет, полностью повторяю текст клятвы, полностью. И буду жить с Машей счастливо, воспитывая многочисленных детей, а также внуков и правнуков. Жить в старости, воспитывая детей и внуков. Погоди, погоди. Скажи, что любишь. Скажи, люблю. Да, да. Нет, нет, не люблю. Не ля-ля. Скажи, люблю. Скажи, люблю. 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 Дельфины. Дельфины! Thank you.
свежо. Прекрасная погода. Холодно, смертельно. Скоро Стокгольм. Сойдете? Нет. А, будете смотреть на кирхи с верхней палубы? Нет. А что же тогда остается? Ничего не остается. Команда жалуется, что вы все время взаперти сидите. Что даже обед вам в каюту приносит. Да. Посмотрите, какая красота вокруг. Вообще, что это за путешествие такое взаперти? Знаете ли, самое главное путешествие не там, не это. Главное путешествие человек совершает своей жизни от разума к сердцу и от сердца к разуму. А откуда вам известны эти слова? Что это за слова, особенные такие, что они не должны быть никому известны? Так говорила мне моя матушка. Да? Это был ее любимый афоризм. И кажется, из... Альфреда Мески. Марья Михайловна, бросьте его. Неужели она читала самого Мески? Вам известно имя моей матушки? Ваше имя тоже. Владимир Харитонович. А также то, что однажды в Петербурге вы шли через Анечков мост, споткнулись и головой ударились о чугунные перила, больно ударились. И с тех пор зимой вы стали наклеивать на подошву своих ботинок наждачную бумагу, крупную зернистую наждачную бумагу. Но не на бумажной основе, она тканевая, чтобы она не развалилась от ходьбы, нога у вас тяжелая. Вот, поэтому вы и носите ботинки на толстой подошве. Откуда вам известны такие факты из моей биографии? И еще известно мне, что вы оставили в городе на Неве свою жену и завели помоложе. Мне кажется, что голос ваш знакомый. Покажите мне свое лицо. Совпадение. О, это не совпадение. Я путешествую не просто так, но про твою душу. Что значит по мою душу? Это значит, 100 лет, как мы расстались, но я не смирилась. Я не давала тебе развода, и потому все твои отпрыски девичьего рода незаконны. Что значит незаконно? Я твоя законная жена. Их быть на белом свете не должно. Да, но они уже есть. Они незаконны. Незаконны с точки зрения всех мировых монотеистических религий. Я тебе развода не давала. А
А что же вот тогда закон? То, что я люблю тебя. Прошлое – это все иллюзия. У людей живут они прошлое с иллюзией и как настоящее. А настоящее – это без прошлого, это все никак иллюзия. А у тебя нет ни прошлого, ни будущего. Судно, на котором мы идем вокруг Европы, медленно идет ко дну. Я открыла Кингстоны! Пишу! Чем мне в ответ вопросы, не лучше бы спустить сотрю. Поначалу я хотела тебя отдать, но потом так решила, что никогда и никому не отдам. Это твердое решение. Мне было сколько лет для размышлений. Ты не вернешься больше в эту проклятую семейку. Да, но у меня есть дети. Они любят меня. Я понимаю. Я очень жалею, что сейчас на судне нет ни твоих детей. Вот была бы радость. Ты никогда не была такой жестокой. Ты никогда. Ты сделал меня жестоко. Моя жестокость – результат твоего предательства. Да, да, еще ты напомнил, да? Да, я же помню. Да, я ведь... О, я никогда не была злой. Да, да. Ты всегда была добра к людям. В один день, а может даже в один час, помнишь?
Как я мечтал о более теплой смерти. Как бы тебе сказать, более комфортной, что ли? Вот видишь, силы нам еще пригодятся, Володенька. Чего нам с тобой разговаривать, Ангелина? Вот давай простимся и пойдем на дно, а? Ты думал обо мне? Вспоминал? Иногда. Думал. Думал. Иногда. А я вот часто. Ну, ты славный. Ах, мне было такой кого-то, мне такой, как мне казалось, что я сойду с ума. Но я не сошла с ума. Казалось, что я сильная. Да. На самом-самом краю. Да ладно, все, мы скоро умрем, Володя. И лгать нет никакого смысла. Все, Вова, жизнь кончается, давай скажи. А тебе чего сказать, а? Ты по-прежнему любишь меня? Да, я люблю тебя и любил тебя всю жизнь, ангел мой, но... Но, увы, обстоятельства не вышли. Люби меня одну, и только одну меня всю жизнь. Да, одну тебя всю жизнь. Только у меня одно такое восприятие жизни, музыки, эстетики. Да, эротики, безусловно. О, это рыбачка, она же проста. Она же не такая. Да, конечно, обыкновенная женщина. Нет. Да и никогда не было таких рук, такой талии, таких линий, как у меня. Да откуда? Ну откуда не взялась? И она никогда не читала Гусера и Эдмонда Шарпо. И никогда не была за кулисами. Нет, никогда. А Жизель, Вова, а моя Жизель, ты вспомни. Она даже не видела Жозе. Откуда? Откуда, Андрей? Вот видишь, Бог. Это благодаря мне. Ты стал по-другому ощущать жизнь. Стал во всем разбираться, да. Очень хорошо, очень хорошо. Скоро мы умрем, не забывай. И вот... Я так думаю, тебе совершенно нечего скрывать от меня. И скажи, признайся, только честно признайся Богу. Ведь по-настоящему ты был счастлив только со мной. А? Чего? Скажи, был счастлив со мной только? Да. Я был счастлив с тобой только. Ты восхищался мной, каждым моим движением и на сцене повседневной жизни. Да.
Слушай, а кто так заваривал тебе чай с калиной, а? Никто. А кто кутал тебя в теплый плед? Это с ангиной, помнишь? Помню. А как я учила тебя флейте? А смешно было, да? А чувственно, да? Скажи, что любишь мой страх? Люблю. Скажи, что будешь любить меня всю жизнь, это до меня? Да что толку говорить, Ангелина, ведь мы умираем, мы умираем. Ну неужели непонятно? А это может быть мы друг в друге, Тони? А не в холодном море, а? Да нет, вот. А я верю в жизнь после смерти. И я хочу, чтобы моя душа светилась там, наверху, вместе с твоей. Пусть будет так, ты же не против? Нет. Будешь любить меня всегда. Буду. Всю вечность. Буду. Да. Буду. Да. Буду, буду. Нет. 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 А? Ты мне про это, Вова, дословно сказал. Я буду любить тебя вечно, там, на небесах. Наша любовь будет светиться в вечности. Наша любовь будет светиться в вечности. Ты мой навеки, повторяй. Я твой навеки, повторяю. И если чудесным образом мы спасемся, я никогда тебя не брошу, повторяю. Если я чудесным образом спасемся, то я тебя никогда не брошу, повторяю. Скажи, Вова, что любишь. Что? Ля-ля. Да не лю-лю и не ля-ля. А скажи, люблю. Не так. Люблю. 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 Вот это другое дело. Ой, мы спасены. Вертолет, геликоптер. Все еще спит? Спит. Но пусть себе не спит. Просто я.
вам сказать. Переворачивает, бывает. Да? Это добавит, я что-то не заметила. А эти капля вы отворачиваете. Зачем? А затем, что на обратной стороне рыбы письмецо имеется, и он его читает. Какое еще письмецо? А вот так, письмецо. На рыбе гвоздем на чешуе. От нее, от разлучниц. Ну и что же она там пишет ему? Смех. Не знаю. Он сначала читает, потом, не переворачивая, съедает, через кости вилкой выковыривает. А иногда переворачивает и читает без выковыривания. Это когда вы в дрему ненадолго уходите. Когда я дрему. Камбалу и вообще черноморскую рыбу больше на рынке не покупают. Не буду, Ангелиночка, ладно. Семгу бери норвежскую. Треску тоже норвежскую. Рыбу бери только балтийскую. Хорошо, Ангелиночка, ладно, как скажете. А что там такое за маленькая рыбочка лежала на его тарелке рядом с большой, да? А это его младшенькая, Сонечка. Ей 5 всего-то от роду. Письмецо папочке присылает на Илечку. Ну что же там Сонечка пишет папочке на Илечке? Откуда же я знаю, Владимир Харитонович каждую рыбку до костей обгладывает. Не будет больше рыбы в Черном море. Я ее всю переведу в Бандур-Дудь и... А! Это зачем же? Ну, не будет рыбы, и рыбачить не станут. Соображать надо история. Нет, ничего страшнее, чем женская жестокость. Как ее преодолеть? Как выйти к свету? Господи, помоги, Господи! Обуздай ты в нас, зверь! Доброе утро, любимые! Здравствуй, возлюбленный! Владимир Харитонович! Что делаешь? Опять балеты сочиняешь? Да-с! Ну, сочинила что-нибудь? Так, один балетик минут на 10. О чем? О римских силах! Нет! А Нероне. Далеко от народа искусства ваше, далеко? Да как бы я жила, если бы не сочиняла балет. Смотреть из окна на эту жуть, как рекламные щиты загораживают от нас фасады дворцов и галерей. Как сотни петербуржцев, Володенька, потомков великого Достоевского бегут по кинотеатрам, наблюдать за перестрелками и грабежами увольна милости. Мир медленно глохнет и цветает. Радость остается только в балете. Ну и балет цветает вместе с линялами. Ну ладно. Дай-ка посмотреть партитурку-то. А, ну что ты понимаешь? Балетный партия, тем более на бумаге. Да не волнуйся, все-таки полжизни за балерину. Могу отличить. По дебюре, от Валерас. Брак-то у нас в двух актах получился, с огромным многолетним антрактом посередине. А на какую музыку? Наш 5-й Шпенглер, то есть Малер. Не дурно. Но я еще не все нарисовала. Ой, там такое солнышко, а потом такие фигурки. Но все равно, вот напомни мне мелодию. Малер? Да. Прекрасно. Как ты талант?
талантлив. Как ты безумно талантлив. Как ты сумасшедший талантлив. Бесстыж. Бессовестно талантлив. Ангел мой, ангел. Девочка, скажи, какой девки, надеюсь, и пожелаю, а? Понятия не имею, не интересуюсь. Что же мне? Не звонят тебе, а? Нет. Нет. И не пишут, да? Нет, нисколько. Не геройствуй, лжец. Не все известно. Ты рыбу за обедом читаешь? Ну как это возможно? Ну как это возможно читать рыбу? Ну, дети пишут отцу. Что это тут такого? Это у нас игра. Да? А с мамочкой их не ты в какие игры играешь, а? Ангелина! Хватит! Хватит мучить меня и себя! Вот что было, то было! Все! Больше не вернешь! Анфиска? Ну да, Анфиса. Да жуть какую-то пишет. Записалась в тир, учится стрелять из пистолета. А сколько ей? 15. А зачем это 15-летней особе учиться стрелять из пистолета? Она хочет вызвать тебя на дуэль и пристрелить. Женщины из-за мужчин на дуэлях стреляются? Ну, если вот они взяли моду брюки носить, так почему бы им не принять какие-нибудь другие вредные привычки? Как ты права! Как ты безумно, как ты талантливо права. Мир не только перевернулся, его кто-то вообще вывернул наизнанку. Да. Прости меня, ангел, ну ты прости. Ты меня прости, ты меня прости. Ты меня прости. Кого там принесло? Ангелиночка вам, там какая-то женщина вся в черном и с черным портфелем в руках. Прости, пусть пойдет. Я забыла сказать, там маленькая с ней девочка, лет 15. Запускаю всех. Маша, нельзя так. Анфиса, нельзя так, доченька. Маша, девочки,
Ну нельзя же так! Ну нельзя же так! Нельзя! Нельзя! Смит и Весоли! Что еще мы знаем? Есть его пять лет! Он дает анафоре письма на кильке, писал на дюжин метры точного совали, как бешено собаку застрелили! И больше не хочу вам сказать, как у всех при отличнейшей спинке ручки ножки! Но это к делу не относит кто-нибудь из наших девочек, вас обязательно застрелят, понятно? Ваше географическое высочество! Сердце прямо. Ой, ужас, какие дети пошли, а? Какие дети пошли? О, вот, насмотрелись фильмов про киллеров и про убийц. Вот он, вот результат. Что вот. Вы вообще, масса нашей безотцовщины вообще понимаете, а? Ой, слушай, вот всю жизнь я слышу. За счастье надо бороться. За счастье, вот всю жизнь за счастье борюсь и борюсь. Вот народное, а борюсь, борюсь. Несмотря на ваши стройные ножки, выпорядность и замечательный слух, я вас всех к чертовой матери перестреляю. Понятно? У меня есть искусство.
пойду искупаюсь. Опять вы за свои, Ангелинчик Ивановна. Зима на дворе, ночь, вода ледяная. Вот я своим теплом море-то и согрею. Ох, Ангелинчик Ивановна, мы так давно знакомы. Помните, я была у вас аккомпаниатором, а вы стояли у балетной жердочки, такая тоненькая, такая изящная. Я любовалась с вами. Разве я могла тогда подумать, что ваша жизнь превратится в купание в стылой воде? Мне нравятся зимние пляжи, ступай в ноги. Хорошо, я пойду, но вокруг не души. А если вы тонуть начнете, кто будет кричать «Караул»? Ступайте в номер. Вы мне все впечатление портите от ночного купания. Я хочу быть в море одна. Доморжуйтесь, Ангелиночка Ивановна, доморжуйтесь. Схватите бруцеллез или еще чего хуже. Каждую ночь на пляж, вон пары завтра идет. А я пошла в теплое одеяло, да, под теплым одеялом греться. Пошла. Ангелина Ивановна? Здравствуйте, Мария, как вам по отчеству? Аркадьевна. Как поживаете, Мария Аркадьевна? Живу. Еще. Какими судьбами оказались в наших краях? Приехала подышать сосновым бором. Ночью? Да. С каких это пор вы полюбили ночные морские купания? Да после известных вам событий. Да? Потому у вас через плечо полотенце, да? А у вас шапочка резиновая на голову надета. Зачем? Тоже, знаете, обмакнуться. Странная встреча. Очень странная, очень странная. Ну и что же? Пишет вам Владимир Харитонович? А как же, конечно, пишет. Мне тоже пишет. Да? Вот интересно, что же он вам пишет? Письмо с собой хотите прочту? Да прочтите, Господи. Здравствуй, голубушка моя, соловушка. О, голубушка, соловушка, как интересно, а? Здравствуй, голубушка моя, соловушка. Пишет тебе твой сердечный друг Владимир Харитонович Собинянин. Живу я хорошо, только очень по тебе скучаю. Погода стоит хорошая, дождей мало. Механикам в авиации не надо подниматься в небо. Скучаю по тебе очень, и часто по ночам вспоминаю. Слово в слово. Он что же, письма нам копирку строчит? Получается, что так? Ой, как стыдно. Ой, нехорошо. Нехорошо, Владимир Сергеевич, нехорошо. Ну? Что будем делать, Маша? Не знаю. А давайте купаться. Кто первая? Я. Пошла.
замечательное. Ой. Я хочу смыть себя. Это неприятное чувство к вам. За что я должна вас ненавидеть? Слушайте, а? Давайте синхронно. А давайте художественно. Ну почему я должна вас ненавидеть? Конечно, все люди на земле братья и сестры. Слушайте, сестра, сестренка, а давайте, как будто мы с вами на чемпионате мира по синхронному художественному плаванию. А? Мы сестры. 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 Как бодрит водичка, да? Чувство образа, как артистка. Да, настоящее чувство образа. Они способны. Очень способны.
вы мне цветы дарите, а? А я вас так люблю, что готова вам каждый день дарить цветы. Спасибо. Мы тоже. Небольшой балетик отрепетировали в честь вашего дня рождения. Хотите? Конечно. Девочки, приготовились? Можно начинать. Посвящается нашей маме. Балет. Тепло внутри.